Всем привет, с вами Грегор, и это второй выпуск второго сезона проекта «Город в Майнкрафте». Сегодняшнее обновление — это у нас магазин Реми и новое жилое здание. Давайте приступим к супермаркету Реми. Реми — это такая, можно сказать, сеть универсамов и гипермаркетов, которые работают на территории Дальневосточного федерального округа. В общем, вот такое здание, типа коробка, ничем не примечательное, но на фасаде у нас такой имеется своеобразный вход, то есть такой сделал я вход и добавил надпись Реми, типа логотип. Собственно, вот так вот выглядит надпись, то есть типа буква Е красная, а остальные буквы зеленые. И у нас еще изменение в том, что сейчас в городе теперь проживает 81 человек. Название города Айсатос, да, как обычно. В общем, у нас встречает надпись по супермаркет Реми, это режим работы с 9 утра до 10 вечера. Проходим дальше, у нас также идет камеры хранения. Дальше идет типа акция в магазине Реми, тут у нас типа реклама, то есть какой товар продают по акции. И дальше такой вот вход. Зеленый, типа, можно зайти, а красный нет. Идем дальше, тут у нас 5 касс, то есть у них 5, вот, тем более одинаковые. Такие вот кассы, ничего не примечательно. И дальше этот вход, приятных вам покупок, магазин Реми. Так, тут у нас такой отдел с замороженными продуктами, то есть типа пельмени, там блины и так далее. И дальше идут стандартные полки с товарами, то есть их мало, их 3 штуки, но зато они длинные. И имеется служебное помещение. Так вот, служебное помещение, тем более, ну, бедно, но зато просторно. Вот у нас товары лежат. Вот здесь это уже кабинет администратора магазина и бухгалтера. Вот, ничего, у нас столы, стулья и полки с книжками. И дальше у нас идет туалет для сотрудников. Тут у нас унитаз, тут у нас раковина и сушилка такая вот. И дальше у нас имеется типа дверь, ну там. Но, так сказать, чтобы заезжают туда в машине, там загружают товар. И еще на крыше у нас подсветка стоит, если что. Так, выходим из него. Даже нас на выходе встречает нам спасибо за покупку. Выходим. И дальше у нас идет вот такое вот живое здание. В общем, вот так вот выглядит здание снаружи, но, так сказать, 10-этажное, тем более совмещенное вот таким вот образом. Ну, ничем не примечательно, хотя выглядит почти как, так сказать, кавычка. Сзади дома вот находится вот детская площадка, то есть там скамейки, песочница, горка и качеля такая вот. В первую парадную тут у нас такой коридор, тут у нас, и там у нас две квартиры. Зайдем в первую. Тут вот узкий коридор, эконом-класс, то есть 3 квадрата. Ванна, туалет, хотя видно вот отсюда. Гостиная, спальня, тут у нас стол, стулья, кровать. А за окном стоит детская площадка. Показывал. И кухня. Вот такая вот у нас печка, холодильник и стул. Ну и стол еще. В этой квартире тоже самое. Есть небольшое отличие, то есть что здесь там 2 кровати. Давайте поднимемся на самый верх, то есть на крышу.
Хотя нужно было все-таки лифт сделать. Походу я не просчитался. Все-таки нужно было сделать его. Она. Поднимаем себе крышу. Ну, ничего особенного. То есть такая полузабускайковая крыша, только вход в нее есть. И все. Больше ничего. Хотя, в принципе, можно добавить вид кондиционеры, там, антенны и так далее. Но я этим могу заняться разве что за кадром. В общем, друзья, вот такой получился вот такой вот выпуск. В общем, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не забывайте писать идеи. Всем удачи, всем пока.